До 30 сентября на территории школы номер 7 появится новый современный стадион. Спортивные сооружения, которые там находились, были введены в эксплуатацию в 1997 году. И с тех пор здесь ничего не меняли. Для почти 400 детей, которые учатся в 7-й школе, обустроят поле для мини-футбола, полосу препятствий, положат новое покрытие. Проект предусматривает установку и других объектов. Тренажерная площадка, спортивная площадка универсальная для игры волейбола, баскетбол. Легкоатлетический стадион с 4 беговыми дорожками и с 2 ямами для прыжков в длину. Зона для отдыха и проведения занятий с учащимися младших классов. Работы начались в апреле, отставания от графика нет. Подрядчик, который реконструирует стадион из Перми, в Сарове работает первый раз. Сама компания начала свою деятельность в 2006 году. Основное направление деятельности – это строительство, реконструкция и капитальный ремонт плоскостных спортивных объектов. В этом направлении у них имеется большой богатый опыт. Значит, они строили, реконструировали и выполняли капитальные ремонты на стадионах в таких городах, как Севастополе, Краснодаре, поселке Звездном, города Перми и других городах. Реконструкция стадиона 7-й школы – это часть большого проекта по ремонту школьных стадионов. Стоимость работ – 35,5 миллионов рублей. Также УКС сейчас готовит документацию для того, чтобы начать разработку технического задания для реконструкции стадиона школы номер 12. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.